Уважаемые телезрители, и снова здравствуйте. И снова с вами «Игра Думай, знай, познавай» Суперблиц. И вновь я ее ведущий Кирилл Махров. Очередные 5 вопросов готовы. И что ж, мы готовы задать их очередному нашему участнику. Давайте зададим. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте, Ульяна. Ульяна. Ксюша. Ксюша. Меня Кирилл зовут. Ну что, девчонки, 5 вопросов, и надеюсь, вы дадите мне 5 правильных ответов. Первый вопрос. Какую планету Солнечной системы окружают гигантские кольца? Сатурн. 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 Не Марс? Нет. Не Землю? Нет. Что, у нас нет колец? А если присмотреться? Нету? Нет. А насколько уверены? На 5. На 5. На 5. Действительно, это Сатурн. Отлично. Какое количество раз следует отмерить, прежде чем один раз отрезать? Семь раз отмерь, один раз отрежь. Семь раз отмерь, один раз отрежь. Уверены? Да. А на сколько? На 5. На 5. Это действительно правильно. Деньгами наличными активно пользуетесь? Да. Да. А знаете, какая самая минимальная банкнота? Да. А на какой банкноте изображен Великий Новгород? 50. 50. Возможно. А если не 50? Не, у меня 50 нет рублей. У меня тоже уже. На 50 Санкт-Петербург. 200. Это самое новое. Самое новое. Да. Я не знаю. Их вот теми деньгами, которые сейчас пользуетесь, вот эти вот старые деньги, да? Эти вот как раз это из той серии. Это банкнота. Номинал. Рублей 5, наверное, какие-нибудь там, не знаю. Ну, такие, наверное, не... Ну, надо ответить. На сколько вы уверены? На 1. На 1? Да. Это 5 рублей. Действительно, была такая банкнота. 5 рублей. Вы можете забить в интернете, посмотреть на такую банкноту. Да, банкнота 5 рублей, на ней изображен Великий Новгород. Вы по лесу часто гуляете? Да. Да. Мы вот в грибах. Были. В грибах хорошо разбираетесь? Ну, нормально, я честно. Нормально. Да. Белые от поганки отличите? Да. Отлично. В связи с этим вопрос. Тест-вопрос. Будет 4 варианта ответа. Какой из перечисленных грибов считается ядовитым? Опенок осенний, грусть, масленок или говорушка? Скорее всего, говорушка. Точно? А что там еще было? Опенок осенний, грусть. Масленок, говорушка. Либо опенок, либо говорушка. Все остальные я с бабушкой собираю постоянно. Здорово. А грузди ели? Да, ела очень вкусно, мне нравится. Очень вкусно, да? Да, хрустящие, мне нравится. Ну вот один уже исключили. Масленок я тоже ем. Вроде как. Если я не путаю их. Я грибы не ем. Кстати, зря, зря. Вот я люблю грибы. Я тоже люблю. Че, говоренок давай, допустим. Давай. Давайте говоренок, допустим. Говоренок. Говорушка. А на сколько вы уверены? На 2. На 2. Это говорушка. Это правильно. Сколько золотых закопал в землю Буратино? Я в спектакле Буратино играла. Сколько закопал? И сколько закопал? А кого играла? Я играла Мальвину, куклу, фонарщика. Одна? В одном спектакле? Да. Круто. Ну, в разных. Мы много раз спектакли этот играли. Понятно. Несколько сцен. Ну что, сколько золотых? Сколько, конечно. Не на сцену. 3. 3. Уверены? Насколько уверены?
На четыре. Это 5 золотых. Он закопал 5 золотых. Девушки, ну, в любом случае, спасибо вам огромное. Пусть 20 баллов вы не набрали, но от наших друзей мы вам дарим вот такие подарочные сертификаты. Пожалуйста, берите. Клиника красоты. Держите. Сертификат на 1000 рублей. Оставайтесь такими же всегда молодыми, красивыми, ну и жизнерадостными. Спасибо вам огромное.